Любимое многими iOS приложение Rebirth от компании Propeller Heads скоро исчезнет из Apple Store. Если точнее, это приложение уже исчезло из Apple Store. Случилось это 15 июня нынешнего года. Случилось это ровно по той же причине, по которой оригинальный Rebirth пропал со стационарных компьютеров. Дело тут в официальной просьбе компании Roland, которая вежливо попросила Propeller Heads не нарушать их авторские права на копирование легендарных TR-909, TR-808 и TB-303, эмуляции которых используются в приложении. Что ж, посмотрим, возможно, сама Roland скоро представит новенькие эмуляции своих легенд в iOS формате.